10 декабря Югра отметила 89-летие со дня своего основания. По всему округу прошли праздничные мероприятия. В Саранпауле в этот день состоялся концерт учеников Дмитрия Агеева. Саранпаульская национальная школа искусств выпустила не одно поколение музыкантов. Примечательно, что некоторые из них остались в Саранпауле и теперь сами являются педагогами той школы, в которой когда-то учились вокальному мастерству. Взращивание не только новых талантов, но и педагогический состав – это ли не лучший подарок в день рождения округу? О преемственности и сохранении культуры северных народов смотрите в сюжете Ирины Будниковой. 10 декабря в Саранпаульском доме культуры состоялся праздничный концерт «Пою и славлю край родной». В программе были представлены музыкальные номера, исполненные учащимися Саранпаульской национальной школы искусств. День округа – очень красивый праздник. Он значимый для многих жителей, для многих югорчан. Здесь народы испытаны стужи, и поэтому они сильные духом и теплой душой. А иначе на севере жить нельзя. Мы сегодня, Саранпаульская национальная школа искусств, дает сегодня концерт, посвященный Дню округа. В этом концерте будут номера мансийские, хантыйские и немножко русские народные номера. На самом деле очень приятно представлять культуру народов севера, псково-горскую культуру, и формировать сценическое искусство, детское сценическое искусство. Это придает особый смысл нашей жизни. Девятилетний Коля Гоголев в школе искусства изучает национальную культуру обско-угорских народов и академический вокал с 5 лет. Он является лауреатом окружных и всероссийских конкурсов и уже сейчас знает, какую профессию выберет в будущем. Я хожу в музыкальную школу, потому что мне там очень нравится, и я там играю на стройкурсапе. Еще мне нравится выступать, потому что когда на выступление ездишь в долгих переездах, это очень длительно, и можно чем-нибудь заняться хорошим. Еще я хочу свою жизнь связать с искусством, потом, как мой брат, поступить в какое-нибудь учебное заведение, чтобы потом учиться на театральное что-нибудь такое. И потом где-нибудь выступать. Неоценима работа преподавателей музыкальной школы, которые не просто передают знания, но и прививают подрастающему поколению любовь к национальной культуре, искусству и родному краю. Я являюсь ученицей Агеева Дмитрия Георгиевича. На данный момент я работаю в музыкальной школе преподавателем национальных инструментов, академического вокала, народного вокала. Сегодня такой праздник великий, День округа, и наши ребятишки выступали на концерте. У нас есть свой ансамбль маленький, назвали мы его «Салкви». Вот они сейчас являются продолжателями нас, хотят вырасти и тоже стать преподавателями. Но это очень радостно слышать, что им нравится заниматься в музыкальной школе. И у нас есть стимул, еще растет стимул с ними работать. Ирина Будникова, авторское телевидение «Березово», Саранпауль.